Так, доброе утро. У нас с самого утра уже уборка. К Насте сегодня приезжает Вика, да? Фикуля. А мы уезжаем. Ты думаешь, уже Вика? Нет, нам нужно приехать день. А ты хоть включила этот звонок на телефоне? Нет. Может, она тебе пишет? Она, нет, я, она мне написала, но она сбрасывала видео, что она уже... Ну. Она сбрасывала видео, и я уже видела, что она была одета. Скорее всего, мама на завтрак приготовила. А, ответила. Ага. Может, она уже где-то тут, а ты... А, выезжает. Я поняла. Короче, если что, мы уезжаем сегодня. Поснимай для влога хотя бы немножечко пару кадров, хорошо? Да. Посмотрим, чем вы тут занимаетесь. Честно. Хорошо? Договорились? Диана приготовила себе вот этот вот комбез. Он классно смотрится на ней. Он цельный, такой вообще обалденный. Кстати, здесь ручка вот для рукава, для пальчика есть. Очень круто смотрится. Кто смотрел видео, когда мы собаку брали домой, Берлина, то тогда Дианка была в этом комбезе. А что ты тут сидишь? Я на ски искал. А куда ты собираешься? А, тьфу, ты же с нами едешь. Господи. А ты в каком будешь этот свитер ехать? В этом он не грязный? Нет. Те носки в тазик обратно по. А нет, он грязный. Почему? Боже, в чем это он? Ну чистый свитер, вот реально, посмотрите, а что это такое? Ты раз? Во-первых, это не я, во-вторых, я. А кто? Мама моя. Во-вторых, я случайно. Ладно, чистый свитер. Надо будет какую-то кофту черную подобрать под эти брюки, понял? Под эти штаны спортивные. Может, серую кофту оденешь вот тут? Ладно. На змейке. Мама, а там точно Миша Саша есть? Есть, да. Ура. У нас, кстати, вот такая вот арабская колбаса. Она очень вкусная, это куриная. Вот. Мы ее берем. Частенечко. Диана тут уже себе витаминки готовит. У нас блинчики, хумус. Кстати, у нас завтра тоже гости будут. Я? Да, Диана? Волосы, Диана! Ну что такое? Ну не нервничай. А кто у нас тут в гостях? Виктория приехала к нам в гости. Смотри. Это подарочки. Ничего себе. Да. Боже, как красиво. Смотри. Я сейчас умру. Вика, ты что? Прикалываешься? Ё-моё. Да, я себе такую же. Боже, спасибо. Как раз свитшоты одинаковые, да. Джинсовки, да. Будут. Круто. Боже, Вика, вам нечем заняться? Спасибо большое, честно. И маме спасибо передашь. Боже, Диана. Это я в шоке. Нравится вам? Да. Да. Спасибо. Ну, конечно, тебе только джинсовки черные не хватает, и все. Ой, как красиво. Ну все, модняшки. Спасибо, дорогая. На лето прям. Да, самое топ. Все, выезжаем. Девочки остались. Уже, Диан, ты такая моднявая. Посмотрите. Дальше станет, тут ты в кадр не влазишь. Красотка. Ты тоже красавчик. У меня такая проблема. Ага, я да, я уже показывала, да. Классный комбез, супер. Все, выехали. На улице солнце светит, все круто, но очень холодно. Вот реально колотун. Я жалею даже, что я одела сегодня бомбер. Потому что мы в паркинге шли, а там были открыты ворота. И прям почувствовала ледник. Кофейком иду. То, что в машине укачало меня. Ужас, на улице такой ветер. Ужас, просто. Все вырывает с рук.
Боже, как красиво, посмотри, блин, офигеть, я в камеру очень красиво и все сочно передает цвета, просто красота. Привет, конечно, да. На дне рождения сделали. До сих пор держится? Конечно. А ну одень эти наушники, ты чё? Ну да. Покажи, как надо копать. Не умеет копать вот вообще. Он не умеет копать, надо вот так. Вот так. Как ты гладишь эту землю, да? Картошку будем садить. Труженики. Два труженика. А тут что тут, мам? Или тут пусто ну, пока? Ну, дальше Диану будут ждать. А. Тут сеять будем. Трудяги. Ты по две или по одной бросай? По две. Молодец. Труженица. Саша, что-то ты точно... Саша, а что это за ямки? Саша? Ё-моё. Тут петля. Ё-моё. Тяжёлая лопата. Лопата тяжёлая. Капец. Пока. Убираем. Там мы ж не... надолго не прощаемся. А, ты уже уезжаешь? Не встретимся уже. А с нами кое-кто едет. Ладно, все, пока. Давай, до встречи. Да, зачем с Мишей прощаться? С нами едет в гости к нам Мишунька. Привет. Привет, да. И мы на пару дней, да? В четверг уже обратно. А двери все закрыли? Что такое чувство, что что-то открыто? Ладно, все, пристегиваемся все, бегом. Фирас, Диан, садись посерединке. Хорошо. Миш, там... Давай и Дианку помоги застегнуть, и Фирас, выключи телефон и пристегнись. Все, выезжаем. Погода вот хорошая вот такая вот. Кстати, когда ветра нету, то прям тепло. А когда ветра нет, ой, когда ветерок поддувает, то ветер, конечно, холодный. Дороги тут тоже, да, не очень. Но лучше, чем в Одессе, кстати, да? Мы вернулись, потому что кое-кто забыл сумку с документами, с правами, с документами на машину. Да, да, ничего страшного. Я ж не помню, что там у меня права и документы на машину. Давай, ничего страшного. Спасибо. А кто сюда мне кинул документы на машину? Моя мама. Понятно. Поехали. Боже, какое небо красивое. Так, мы зашли в магазин. Нам надо купить кое-какие продукты. У нас Вика в гостях, плюс Миша в гостях. И, наверное, надо будет такое нейтральное приготовить. Пицца будет у нас. И плюс к нам завтра тоже приезжает моя подружка с детьми. И на завтра тоже хотим кое-что купить. Там будем тоже готовить. Кстати, магазин сейчас полупустой, вообще людей очень мало. Странно, посмотрите. Вообще никого нет. Пусто. Да, ты заметил, что людей нету? Вообще просто. Мы гуляем. У нас, кстати, с сегодняшнего дня полный локдаун. Мы в красной зоне и объявлен полный карантин, короче. Да, я уже все рассказала. Ладно, пойдемте, пока скупимся. Не знаю, что там произошло у него. Пока. У нас тут компьютерный зал сейчас. Да? Да. А что играете этот Mortal Kombat? Сейчас я приду, буду с вами сражаться. Подождите. Так, а девулечки наши уже погуляли. Да. Пришли тут отдыхают, красотки. Так, а что это ты там прячешься, а? А, все, Викулечка, ухожу, не буду показывать. Так, у нас сегодня пицца, потому что готовили у нас гости, а пиццу, мне кажется, все детки едят, поэтому дети уже поели первую пиццу, а это вторая пицца у нас.
Что, у нас тут уже подготовка ко сну. Настя у себя, Фирас, Миша. Миша сегодня на полу. У нас тут будет Царь спать на подушках таких мягких. Фирас, спасибо. Вот, Фирас у себя на кровати, Диана у нас. Да. Кстати, сегодня... сколько раз вы ходили во двор? Мы два. Два раза. А ты? А ты не ходила. Короче, гуляли два раза сегодня, днем и вечером. Вика уже уехала, да? Что? Этот, можно выключать это? Да, я сейчас я выключу. Так, ну что, все, всем спокойной ночи, до завтра. Спокойной ночи! Все, всем пока-пока. Пока.